Три необыкновенных знака зодиака, которым Всевышний дал особую силу и защиту. Они защищены от невзгод и напастей. Удача всегда идет рука об руку с ними. Три знака зодиака особо отмечены Всевышним, Он наделил их особой силой и взял под свою защиту. А кто это, я вам сейчас расскажу. Только для начала советую вам поставить лайк и подписаться еще на мой телеграм-канал. Ведь только там вы узнаете свое будущее. Первый знак – Лев. Преуспевать во всем, получая всеобщее признание и восхищение, удается львам. Они всегда на шаг впереди остальных. Львы целеустремленны и великодушны. Именно поэтому им дана защита свыше. Львы на протяжении всей жизни чувствуют особую поддержку и поэтому так уверены в своих силах. Второй знак – Рыбы. Особая чувствительность и сопереживание подарено рыбам Всевышним. Именно рыбы, как никто другой, умеют жертвовать собой ради близких людей. Представители этого знака зодиака имеют особую незримую связь с высшим миром, им дано то, что другим недоступно. И третий знак. Для представителей этого знака в жизни высшими силами созданы идеальные возможности. У них большое и доброе сердце, в котором есть место для любви к людям. Представители этого знака зодиака умеют радоваться каждому прожитому мгновению, они остаются восторженными детьми, даже в зрелом возрасте, именно поэтому Всевышний защищает столь ранимые и трепетные души стрельцов.